Каждый квартал итоги непростой борьбы со страшной зависимостью подводит антинаркотическая комиссия администрации Щелковского района. На заседаниях отмечают главный метод борьбы с распространением запрещенных веществ – это информированность. С этим может помочь любой сознательный гражданин. Особую роль также могут сыграть и общественные организации, объединяющие немало активных граждан. Так был организован круглый стол совместно с представителями общественных организаций, отдела территориальной безопасности администрации Щелковского района и правоохранительных органов. Сейчас опора на сознательные общественные организации, которые готовы протянуть руку нам, администрации и федеральным структурам. Так заместитель руководителя администрации Щелковского района обратился к общественникам с просьбой по возможности активно вовлекать представителей своих организаций в борьбу с распространением наркотических веществ. Поможет даже простое сообщение о надписи с рекламой запрещенных препаратов, коих сейчас на стенах и заборах города появляется великое множество. Если заметили эту надпись и прочее, сообщайте в отдел территориальной безопасности. У нас горячая линия в единой диспетчерской службе, есть телефон. То есть тут анонимно принимается, мы не уточняем, там дается информация, и она собирается, ее обобщаем и передаем в федеральные органы. Также антинаркотическая комиссия делает акценты на работе непосредственно с подрастающим поколением. С начала 2016 года администрацией Щелковского района было организовано более 60 мероприятий с участием молодежи, в том числе несколько конкурсов на тему здорового образа жизни. У общественных организаций в работе с юными жителями Щелковского района также немало возможностей. Наша общественная организация находится на самой передовой, у них большой актив, есть много наработанного такого материала по работе с молодежью, и они должны активно включиться в эту работу, чтобы наша молодежь вела позитивный и здоровый образ жизни. Подобные заседания не станут разовой акцией. Такие встречи с представителями общественных организаций на тему безопасности в администрации Щелковского района планируют проводить ежемесячно. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».